Ребят, сегодня мы поиграем с вами в хоккей. Клюшку обязательно нужно держать двумя руками, так чтобы одна рука была снизу, вторая держит за край клюшки. Keep you up at night until the morning. You see the light. Why does it blind you when instead it should have filled your world with color? Don't look down. I understand this love can make you feel like you were falling under. We won't drown. There's always time to sing a song and walk along this road together. You got it wrong. Здравствуйте. Ой, учитель Данил Александрович. Данил Александрович самый добрый учитель, и он нам помогает. Я желаю ему победить в конкурсе. На уроках я проявляю строгость и дисциплинированность, так как это позволит детям наиболее благоприятно адаптироваться в обществе. Также дети с этой школы принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях города. Два моих ученика заняли третье место по баскетболу среди 5-6 классов. Дети с ограниченными возможностями проходят программу наравне с общеобразовательным учреждением. И у них также есть и волейбол, и баскетбол. Очень часто мы любим ходить на футбольное поле и играть там. Иногда получается даже, что играем с другими школами. Вот. Очень много занимаемся легкой атлетикой и гимнастикой.